Она с другой стороны вчера себя ночью показала. Она мне сказала такие вещи, когда я, ну, просто мне все с ног на голову перевернула, понимаешь? Поэтому я сейчас говорю, ну, типа, не делай такой фигни, которая мне неприятна. Она это продолжает делать, как будто бы мне на зло хочет меня на эмоции вызвать. Ну, ладно, мы что-то все видели между Кристиной.